Всем привет! Продолжительный период своей жизни я сторонилась, избегала и не сближалась с людьми, которых считала странными, чьи вкусы я не разделяла, музыкальные, там, вкус в одежде и так далее, и кто казался мне непонятным. И сейчас я понимаю, как сильно я ошибалась. Человек, который может быть стильным, крутым, иметь удивительные вкусы и дарить тебе много новой информации, на самом деле может быть злым, черствым, недалеким. И обратное. Добрым, хорошим и понимающим может оказаться тот, на кого бы никогда не упал твой взгляд в толпе, кто выглядит так, как ты бы не захотел выглядеть никогда. И вообще, на первое впечатление сразу же тебя отталкивает. Каждый день мы встречаем кого-то, смотрим на кого-то, осуждаем кого-то. Людям нужно давать шансы. Мы не знаем, что скрывается за оболочкой, мы не знаем, что скрывается внутри. И тот, кто кажется безумно крутым, талантливым и вдохновляющим, может оказаться такой пустышкой, как человек. Но это видео не про разочарование, а про многогранность людей и про то, что они меняются. Я искренне верю и знаю не одно подтверждение тому, что люди действительно могут измениться. У кого-то это происходит вместе с взрослением. У кого-то может случиться жизненный удар, ситуация, которая заставит пересмотреть образ жизни и мировоззрение. Кто-то просто устает от себя и хочет перемен. А ведь вся наша жизнь, наш каждый день – это бесконечные перемены. Не бывает таких людей, которые не меняются. Даже если они этого не хотят, их меняться заставляет время. И к разговору про осуждение, первое впечатление и изменения есть прекрасная фраза у Толстого: «Ты осудил человека, а он уже другой». Когда мы перестаем с кем-то контактировать, нам кажется, что этот человек остается такой же, каким был, когда мы с ним общались. Но это не так. И это никогда не будет так. Мир устроен не так, что ты один движешься, а вокруг тебя все замирает. Или ты один стоишь и замер, а вокруг тебя все движется. Ты находишься вместе со всеми в большом потоке. Это и есть жизнь, и есть развитие, и перемены. Минимализм во многом коснулся и социальной стороны моей жизни. Я стала более внимательно относиться к своему времени и общаться только с теми людьми, которые дают мне комфорт, вдохновение и какие-то новые знания, новый опыт. Но давать шанс нужно всем. Самые лучшие и запоминающиеся люди из нашего окружения – это те, кто совсем не похож на нас. Спасибо, что посмотрели. Всем пока!